воскресе! Христос воскресе! Вот, дорогие братья и сестры, тот благодатный огонь, который зажжен Господа в Иерусалиме, и к нам прибыл сегодня, сейчас и здесь. И ведем его по всем храмам Хабаровска, сейчас Преображенский собор, откуда каждый храм этот огонь будет доставлен и зажжен у неугасимых лампад, которые в течение всего года не будут гаситься, а будет этот благодатный огонь от них поджигаться каждый день. Вот такая радость, потому что по пророчествам конец света наступит тот год, когда огонь благодатный не сойдет. В этом году сошел, еще год жить будем праздником. Христос воскресе! Воистину воскресе!